Здравствуйте, сегодня 24 декабря, 11 часов состоится открытие городской елки. Это вот программа наша новогодняя. Сейчас я вам покажу городскую елочку. Такая вот красавица. Сегодня все деревья в инеях. Белые, красивые. И снега практически нет. Он весь растаял. Вот, такие вот развлекалочки вот вокруг. Палатку будут ставить. Будет гуляние городское. Сейчас открытие елки. Посмотрим, что будет. Попозже сниму. А вот наша городская красавица поближе. Я уже нарядили шарики, гирлянды. И наша городская елочка отличается от всех остальных новогодних красавиц тем, что она живая. На круглый год радует нас своим видом. Вот, покажу ее вам поближе. Голубая ель растет на центральной площади. И ежегодно она украшается нарядом новогодним празднику. Вот такая вот красивая елочка. У нее очень интересная история. Один из наших жителей, причем такой любящий выпить человек, подошел к нашим местным властям и сказал, говорит, я вам подам такую идею, за которую вы мне потом будете очень благодарны. Ну, на самом деле он что сказал? Говорит, вот здесь вот на площади росло раньше две такие ели. А между ними стоял дедушка Ленин. Вот тот, вот, который стоит сейчас вот там, впереди. Его перенесли. Вот он предложил, говорит, посадите одну ель посреди площади, и у вас будет каждый год стоять такая вот красавица. Вам надо будет ее только наряжать. За что ему все очень благодарны за такую идею. Вот, после этого, конечно, елочка растет. Немножко уже выросла из своего первоначального наряда. Видите, уже до низу не достает шарик. И макушка немножко не наряжена. Уже пора ей шить наряд по размеру. Но в этом году еще вот пока она такая. Вот будет что-то показывать. Открыт экран. Ну, все мероприятия с ней попробуем увидеть. Подойдем попозже. Опоздали. Начались уже гуляния. У нас сейчас посмотрим. Ой, голубей сколько. Голубей кормят. Сколько их тут? Что тут? Идемте сюда. Молчать! Ну давайте дружнее, можно
сейчас на коленях. Нет! Ой, так, а я понял! Что? Я все понял! Я знаю, что... Это ревматизм у нее прихватил, она походка. Сейчас мы разберем, сейчас у меня... Помните, что вы очень хороший! Давайте скажем до свидания!
Что? Подать у меня? Нет, у меня волоса. У меня. Что надо? Я. Самое главное. Ребятам все-таки нужен настоящий праздник. Правда, ребята? Бабушка, а мы, наверное, за стояли. Сами очень грустно. Может быть, вы тоже у нас хорошая актриса? Может, мы проверим, как вы? А что, я лагу? Может, танцуете, споете нам какую-нибудь музыкальную такую зарядку, например, можете сделать? А это вы меня уважать будете? Ну тогда давайте попросим аплодисментами бабушку Югу. А подождите, еще вопрос. А мы что-то должны делать? Это музыкальная зарядка? Ну конечно, я же главная, я буду командовать, а вы со мной будете повторять. Ребята, а мы будем слушать, что она просит нас выполнять, там, если похлопать. А сейчас играем на гитарах, на гитарах. Играем на гитаре. Новогодняя пора. Ну-ка, улыбайся. И под ёлкой Новый год танцуй и улыбайся. Чтобы Дедушка Мороз оказался с вами. Подарки вам принёс. Пойте вместе с нами. И мои руки смело поднимите в начале. Право, влево, руками подращаем. Дважды хлопнем, три-четыре. Дважды топнем, три-четыре. Ехал, но только вот беда, баба Яга с Кикиморой да с Лешим
обратил внимание на эту часть зала. Это что за скульптура такая? Вот такие у нас невежливые люди есть. Посох мой заворот. Вот они. И посох мой. Ну что, ребят, как чувствуете себя? Нормально. Нормально. А это не мы. Это кустик такой. Это не они. Вот оно что получается. Так, ну хорошо, стоите, хорошо. Я думаю, пусть они еще так месяц постоят, да? Может, да, вот видите, ребятки все говорят, да. Дедушка Мороз, но мы с ребятами, мы с ними так хорошо играли. Ведь они могут быть хорошими, правда? Они веселые. И даже иногда добры не бывают. Так что, простим их, что ли? Ну что, друзья мои, можно нам прийти? Замороженные. Вы хоть добрые слова-то знаете какие-то? Да, учили, они учили. Ну давайте, говорите доброе слово, тогда уж разморожу вас. На здоровье. Великолепно. А еще? Баба Яга. Давайте подскажем, какое самое главное слово? Вот, ребят, подсказывают. Не слышу. Пожалуйста. Пожалуйста. Ладно, ладно, разморожу. Ну-ка, ну-ка, друг мой дорогой, возвращай-ка посох мой. Вот так, так, вот так. Ну что? Ну вот. А теперь, бабушка Яга, скажи-ка, добрым быть ведь лучше, а? Вот честно, вот рассуди. Лучше добрым быть. Да как потеплее определенно. Ну вот. Конечно, потеплее. Теплее, конечно. Ой, друзья мои, какие вы все довольны, красивые все какие. Ух ты! А елочка, посмотрите, какая у вас большая. Красавица! Какая красивая. Ой, ребят, вот что-то на елочке не горят волшебные огонечки. Поможем елочке? Ну-ка, давайте тогда большой-большой-большой круг. Елочка, гори. Готовы? Ну-ка, холодно! Раз, два, три! Елочка, гори! Ой, наверное, бабы-яга. Ну, только голуби полетели. Бабы-яга, наверное, не помогала. Не помогала. Ну-ка, еще разочек. Помогать. Раз, два, три! Елочка, гори! А мамы и папы все помогали! Ай-яй-яй-яй-яй! Значит, кто-то не сказал! Значит, кто-то промолчал! Ну-ка, все вместе! Раз, два, три! Елочка, гори! Ну вот, другое дело. Давайте поворачивайтесь ко мне, сделаем еще раз. Ой, друзья мои, ну-ка, честной народ, становись-ка в хоровод. Давайте, давайте большой, широкий хоровод. Или это встроено?